попрошу вас удобно сесть, почувствовать свое тело от кончика пальцев ног, сделать глубокий вдох, глубокий выдох, отпустить напряжение, вернуться в момент здесь и сейчас. Для этого нужно хорошо ощутить свое тело полностью от самых-самых пальчиков на ногах до макушечки. Побыть в этом присутствии, побыть в своем теле, побыть в этом моменте, никуда не убегать мыслями, они как облака проплывают по небу. Сделать глубокий вдох, глубокий выдох. Уйти вниманием в центр себя, через точку в центре груди, сердечный центр. Наша благодарность искренняя и настоящая рождается именно в сердце. Там же в сердце есть все ответы на ваши вопросы. И мы находимся в присутствии, во внимании, в своем сердечном центре. Делаем вдох через сердце и выдох. Вдох и выдох. И на вдохе мы вдыхаем благодарность. И на выдохе выдыхаем любовь. Вдох. Благодарность. Выдох. Любовь. Вдох. Благодарность. Выдох. Любовь. Какое-то время продолжайте так дышать. И дальше можно увидеть, как внутри сердечного центра появляется плотный, яркий зеленый шар. Этот шар начинает пульсировать, и этот зеленый цвет заполняет все тело изнутри, сердечный центр, заполняет плечи, стекает по рукам. Это энергия благодарности, это энергия сердечной чакры, четвертой, анахата чакры. И эта энергия стекает вниз по телу и вверх заполняет голову. И когда все тело наполняется этим светом, он выплескивается наружу, заполняя пространство вашей жизни, заполняя все вокруг вас, наполняя тех людей, которые присутствуют в вашей жизни, наполняя все ситуации и исцеляя вашу жизнь. И мы делаем вдох, благодарность, и выдох, любовь. Вдох, благодарность, выдох, любовь. И когда вы сделаете эту практику, поблагодарите себя и пространство за то, что вы находитесь там, где вы есть, за все, что в вашей жизни было, даже самые сложные, болезненные и страшные ситуации. Они сделали из вас именно того человека, который сейчас делает эту практику. Поблагодарите за то, что в вашей жизни есть в моменте здесь, сейчас, и за все, что в вашей жизни будет. Сделайте глубокий вдох, глубокий выдох и возвращайтесь в этот момент, почувствовав свое состояние, как оно поменялось. И я очень рекомендую для поддержания вот этого внутреннего баланса и наполненности благодарностью каждый день писать страницы благодарности. Начните хотя бы с 5 пунктов. Каждое утро напишите 5 пунктов, за что конкретно сегодня, за кого, за какие ситуации вы благодарны. И не пройдет и месяца, как вы увидите огромные изменения в своей жизни и в своих отношениях.